Ja, deswegen. Starfield wird aber auf dem PC. Hast du nicht gesagt? Kein World Premiere. Lack and Spanish. Ну, чего там? Готово. Ну и пошли они нахрен. Спасибо тебе. Ты многим сталкерам жизнь спас. Ну, давай, малюй картину маслом. Das sieht aber sick aus. Stock 1 ist auch schon ewig alt. Ja. Nice. Schlecht schießen die Gegner, Alter. Stormtrooper, ey. Ich glaube, der ist Ich nicht. Ja, da, ich finde auch, das hat super krasse Tarkov-Vibes. Ну, не знаю. Между аномалией и маслиной я уже лучше пулю выберу. Wenn das so wirklich aussieht, das wäre schon krass. Nein, wir machen den nicht lauter, der will selber leise bleiben, während er ist. Während er ist. Das Gerät ist ja mega nice. Anomalien, ne? Ja, ja, die gab es zumindest im ersten Teil, ja. Ja. Вот ты говоришь, а я прям вижу красоту эту. Не первый год в зоне, вроде примелькалась уже, а каждый день удивляет. Зона надоесть не может. Говорят, ты знаешь, где вход в фундамент. Тише, тише. Das Prapor. Устаешь, Матил. А, ты русский. Слышал? Вот это культура. А ты одно и то же по кругу лобаешь. Сам же просишь. У меня музучилище, если что. О, мессия. Прошу прощения. Может, вам к ученым? Профессура. Они вам лабораторию найдут. Йо, мой. Окей. О, Гад! Хорошо ты. Зря ты так. Блюман. Ты же его на вылазке. Ja, Monster gab's doch im ersten Teil auch, oder? Die. Ja. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das so schockig war. An Дружбе. War nix schockig dran. Я точно не встречал. Это верно. Он мучился? Нет. Это хорошо. Он этого не заслужил. А пулю заслужил. Жаль, что ты так с ним поступил. Мне тоже. Считаешь, я не думал, как обойтись без его смерти? Она не могла быть свободна, пока он жил. Зато теперь посмотри на нее. Нет, Скиф. Я не отдам ее никому. Зона дала мне жизнь. Новую жизнь. Жизнь, которую я готов вернуть, если потребуется. Я буду защищать ее. Всегда. Bad Guy Vibes von dem, oder? Das war der Antagonist. Alter, das sieht so sick aus. Waffe ist halt nice. Похоже, пора. И куда ты теперь? Столько в этом сикс-гейм. Привет. О, я. Нужно с ним поговорить. Удачной охоты, сталкер. Ja, schon voll cool. Tüte-Frank gekriegt, hätte das. Das war richtig nice. Haben sie aber voll schon getan. Traum mich jetzt, das nicht zu spielen. Release Date, 28. April. Das ist natürlich.